С новыми силами вернулись дети из оздоровительного лагеря имени Гагарина, который расположен на берегу Азовского моря. О том, как прошел летний оздоровительный сезон для детей и сотрудников предприятия «Мотор Сич», а также об эмоциях и впечатлениях детишек, далее в сюжете. Каникулы на море подошли к концу. Около 300 детей оздоровились и вернулись из лагеря имени Гагарина. И теперь, когда пришло время прощаться, не сдерживают слез. Тяжело прощаться, но уже нет слез, чтобы выплакать это все. Как бы нас поддерживает то, что мы все, большинство живем в Запорожье, мы можем видеться, общаться. И большинство детей возвращается именно в этот лагерь и не на одну смену, а на несколько подряд. Некоторые и на три смены. В следующем году мы с ними обязательно увидимся, и поэтому мы не плачем, а улыбаемся. Очень интересный лагерь, запоминающий. Эти 18 дней пролетели просто очень быстро. Каждый день новые конкурсы, конкурс массовок, все новое, вожатые просто супер, идеальный набор, идеальная пища, идеальные условия, корпуса новые, ремонт, очень все понравилось, очень все классно. Родители могут быть спокойны, ведь дети в лагере всегда окружены вниманием и заботой. Медицинские работники регулярно проводят осмотры. Морской воздух, солнце и вода, зеленая территория. Все это благоприятно сказывается на здоровье детей. Педагоги вместе с детьми организовывают развивающие мероприятия и праздники. В следующем году будет 15 лет, как дети «Мотор Сичи» стали отдыхать в детском лагере имени Гагарина. Впервые мы за это время провели фестиваль детского творчества «Гагарин Фест». Все четыре этапа, все четыре смены прошли на ура. Дети были, пели, танцевали, рассказывали стихи, акробатические этюды. То есть показали, рисовали, делали всякие поделки. И каждый ребенок был оценен. Этим летом каждый ребенок сотрудников «Мотор Сич», родители которого подали заявку на его оздоровление в профсоюз предприятия, отдохнул и оздоровился. Кстати, так совпало, что сразу два детских лагеря, где отдыхают юные моторовцы, отметили юбилеи. «Маяк» в Андреевке 80 лет принимает у себя детишек, а «Дол» имени Гагарина – полвека. В течение многих лет благодаря поддержке профсоюза предприятия и лично президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, эти детские учреждения постоянно развиваются и становятся комфортнее для юных отдыхающих. Таким образом, перед сотрудниками предприятия «Мотор Сич» стоит нелегкий выбор – оздоровить ребенка на море или в лесной местности. Потому что в обоих лагерях обеспечен высокий уровень отдыха. Благодаря социальной политике «Мотора» в этом летнем сезоне оздоровились и закалились около 2000 детей. 100% заявок на детский отдых были рассмотрены и одобрены профсоюзом предприятия.